Ну, привет, что? Привет всем подписчикам. Всем привет! Мы вместе снимаем влог, как мы гуляем. И мы не можем понять, где мы. Пришли на Воробьёвы горы. Пытаемся. Так ты поняла, где мы? Я нет. Мы пошли прямо. Парам-парам-пам. Мама сказала, что пока ты будешь снимать, она будет сидеть. В общем, мы поняли, где мы. Смотровая площадка будет прямо. Что, идем или сидеть будешь? За грибами куда? Будем практиковать сталкинг, да, мам? Как осознанные люди не выделяются среди остальных? Коренные жители, типа, да? Красотка или красавица, не знаю, кто ты, дай пять. Я мальчик, Костя. Да? Ну красавчик, зайчик. Нашла себе друга, как тебя зовут? Федя. Баскин Робинс Федя, меня Дарья. Привет, что? Привет всем подписчикам. Ладно, спасибо тебе большое. Пока. Давай, спасибо большое. Как раз кушать хочешь? Да. Малый шарик любого сорта мороженого получишь. Да. Вселенная всегда накормит, да? Да. Когда тебе что-то нужно, открывается нужно. Когда ты открыт, Вселенная, она открывается. Я, короче, видела такой же анекдот, как там парень говорит, Вселенная всегда мне поможет, если у меня будут какие-то трудности в пути. И там лифт не работает на ремонт, и ремонт лестницы тоже. Шушукаются, в общем, не будем им мешать. Два чувака. Йоу! Будет классный влог, видите? Какие у нас друзья. Сейчас нам предстоит 1000 ступенек вниз по великой Воробьёвской стене. Первый пошел. Я всегда найду заброшку. Хоть что-то интересное. Обязательно как-нибудь надо сходить в эти туннели и все посмотреть.
Если вы хотите, чтобы я забралась в эту заброшку и вообще облазила эти туннели, то ставьте лайк и пишите в комментарии. Такие места люблю. Оазис. Оазис. Там, где заброшка всегда оазис. Вообще, конечно, здесь можно облазить и лес. Я думаю, здесь очень много всего интересного. Даже без руфа, да, парни? Там, где вершина, там нет. Я думаю, я сейчас здесь пофоткаюсь, и буду уже